Не было пока штрафа. Это первый был. А, нет. Оу. Человек уснёт. Холодную голову. Давай. Как это взяткой будет? Не, взятки я знаю, но в гости идем. Просто от души, чтобы начать, да? Командир идем. Я же должен свое лицо. Вы у нас водители. Командир идем. Мы в гости туда приезжали, да? У нас куда свадьба едем? Там. Вот Красноярск. И что там интересно? А там свадьба. Вынесу штрафы, и все, и поедете дальше. Чтобы не штрафовали, да? А как ну, так? Чтобы право честное было, да? Чтобы не штрафовать, надо не нарушать. Нет, все, я ему скажу, чтобы пристегнут. Потому что он не знает, что... А я откуда знаю, будет он пристегнут? Нет, я вам, вот. Я вам отвечаю. Сейчас вот первый штраф вам вынесу. Я вам отвечаю, командир Джон. И вас будет стимул его больше это... Я вам отвечаю, чтобы я сейчас... Я все, я вам я поверил. Я сейчас сразу его пристегну. Это взяткой будет. Ну я знаю, что будет. Нет, не взятка. Я знаю, это не взятка будет. А что это будет? От души на чай. Вот пойдете позавтракать. А меня, видишь, не пускают никуда. Не, пожалуйста. Я дома завтракаю. Жена мне ужин. Ну это фирмармаж готовит. Командир, пожалуйста. Пожалуйста, друзья. Сейчас я сейчас на работе нахожусь. Не, я где-то там в кафе с вами сижу, правильно? Не. Это от меня угощение на обед. Серьезно, угощение на обед. Ну куда ты ж тут это взяткой будет? Не. Командир Джон, пожалуйста, умоляю его. Пожалуйста, чтобы я сейчас прямо пойду, прям чтобы я его пристегнул. Ну иди его пока пристегивай.